А вот кировские предприятия, о котором речь пойдет сейчас, отменным качеством своей продукции похвастать не может. Многочисленные жалобы горожан на испорченное мясо курицы стали причиной для проверки, которую провели сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Оказалось, руководитель одной из местных компаний организовал производство курятины в помещении бывшей пилорамы. Как выяснили специалисты, производство осуществлялось в антисанитарных условиях, а рабочие трудились там без медицинских книжек. Во время проверки предприятия специалисты изъяли образцы мясной продукции и их отправили на исследование, чтобы выяснить, насколько такое мясо безопасно. Владелец этого предприятия закупал мясо низших сортов, мясо кур, и под видом сортовой курицы продавал его различным организациям города Кирова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности».